Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Сегодня мы с вами продолжаем, короче, плавочные давай глянки. И сегодня мы с вами посмотрим игру под названием Drive Club. Drive Club, кому как удобно, кому как угодно. А я в эту игрушку, как вы видите, уже поиграл достаточно времени, потому что я не знаю почему, но ее раздавали, по-моему, то ли бесплатно в PlayStation Plus, демку или какую-то там полурабочую версию, то ли она просто демка шла. Я в нее поиграл, она меня, между прочим, очень сильно, короче, цепанула. Я прям не обломался, короче, и купил ее, потому что здесь, в принципе, для покупной версии очень много трасс. А тут еще, конечно, можно трассы эти докупать, тут херова гора. Я даже не парился, не смотрел, сколько они стоят, потому что мне хватает того, что есть. Я очень долго в нее играл, но так я до сих пор все и не выиграл. Мы сегодня с вами посмотрим на пару режимов. Я уж не знаю, какие у нас попадутся. Здесь, в этой игре, давайте начнем с самого начала. Время круга. Да, вот это посмотрим сразу. Не знаю, что это такое. Спортивный Mercedes-Benz. А что бы нет, не погонять в таких шикарных тачках. Поставить, я не знаю, какой там голубый, какой синий цвет или... Чтобы особо, как бы, не сливались мы с остальными соперниками, потому что на таких машинах мало кто ездит. Они обычно какие-то черные, все белые, красные, такие стандартных расцветок, стандартных раскрасок. А здесь охерительно красивые пейзажи в этой игре. Как бы, вам, я сейчас не особо советую смотреть на саму машину, больше 5 минут. Посмотрите на сами трассы, которые здесь, собственно, есть, потому что они охерительно сделаны. Здесь охерительно прорисованы зрители, здесь охерительно прорисованы те же самые кусты, дороги и все. Здесь очень все классно прорисовано. У нас тут что с вами получается? Два круга. Я взял трассу, в которую я уже, собственно, проходил, чтобы не особо не позориться своими последними местами, потому что то, что прохожу я сейчас, я не могу никак осилить. Там очень сложно, я постоянно... Там просто пошли очень быстрые, очень хорошие машины. Они уже даже не спортивные, а раллийные считаются, и на них управлять очень сложно, их постоянно носит, их постоянно заносит. Это, правда, не от меня зависит, а от того, что у меня руки не приспособлены для таких машин. На таких машинах я ездить могу более-менее, потому что их не сильно выносит на трассы, за горниты трассы в поворотах, и они более-менее не особо быстрые, поэтому за них мне нравится играть гораздо больше. Обратите... О, лебеди, нихера себе! Смотри-ка, первый раз, кстати, лебеди увидел. Кстати, это, походу, делал какой-то парк. Это фонтанный парк. Меня что-то уже все обгоняют. Я вот с вами заговорился. Так-то я обычно здесь первые места занимаю. Здесь на каждой трассе есть свои достижения, как вы видите. Вон одно из трех первых мест, поединок повороты. Я не знаю, где этот поединок будет. Наверное, вот он здесь, да? Нет, это не он. Поединок повороты, это идет от самого, от самой игры. То есть здесь есть сражение с реальными, как бы, соперниками, которые ставят свои результаты. Вот мы сейчас только что проехали указать счет. А бывают прям игроки, которые проезжали уже эти повороты. И, собственно, мы с ними соревнуемся, кто четче проедет поворот, кто больше наберет очков. Вот ты едешь по этой синей полосочке, и у тебя за это капают очки. Плюс ко всему, здесь еще надо успевать проехать круг за определенное время, занимать там определенные места, выигрывать определенных соперников, там насрать какое-то место займешь. Главное, выиграй вот этого вот соперника. Но, собственно, не успели на секундочку обогнать. Плюс ко всему, что еще вот реально... Я, конечно, не такой уж прям эту игру особо нахваливать я не буду, потому что здесь есть очень и очень бесящий момент. Это штрафы. Вроде как гонки, да? Вроде какие нахер тут штрафы? Все привыкли к какому-нибудь Need for Speed, там, я не знаю, к дёрту. Там же никогда вроде в жизни, по крайней мере, в Need for Speed не было никаких штрафов. По поводу дёрта я точно сказать не могу, потому что я играл только в третий, и было это очень давно. Там, ну, по-моему, там тоже штрафов тоже никаких не было, а я тем временем уже на первое место вылез. Так вот. Здесь штрафы дают абсолютно за все. Едешь ты, короче, едешь себе нормально, едешь, едешь. Вот сейчас просто можно даже это продемонстрировать. Просто спокойно едешь. А, ну не вписался ты в поворот, ну полетел ты куда-то не туда. И на вот, пожалуйста, вот ты врезаешься. Нет, сейчас не дали. Обычно ты врезаешься, и тебе дают штраф за столкновение. В чем прикол этого штрафа? Это охерительно бесящая штука. Тебе в районе, по-моему, 3 или 5 секунд не дают разгоняться. Ты едешь просто как капуша на первой скорости, и все. У тебя нету, короче, разгона. Тебя в это время, естественно, все... Вот поединок, кстати, с реальным человеком под ником Крейт06. Походу, делаем мы этот поединок слили. А нет, мы выиграли. Ха-ха! Уделали Крейта какого-то, короче говоря. Поединок поворота здесь. Поединок средней скорости. Он обычно составляется на крутых поворотах. Когда... Надо развить там скорость буквально, ну, до 120-150. То есть машины здесь обычно гоняют гораздо быстрее. А вот там, после этих поворотов, то есть ты его не выиграешь, пока не войдешь идеально в поворот в этот крутой.
Там надо как-то правильно остановиться, правильно притормозить, правильно войти по траектории по этой. И тогда ты, естественно, за это время успеешь набрать эту среднюю скорость. Вот сейчас, собственно, я слил один поединок, я занял первое место. Поединки, по-моему, я не помню. Ну, слил, короче, 2 очка. Вот такой есть режимчик. Есть еще, естественно, куда без дрифта. Он здесь тоже, соответственно, есть, но он сделан немножко нестандартно. Не так, как обычно делается дрифт. То есть, тупо, короче, взял занос и поехал куда угодно. Здесь он сделан еще в перемешку со скоростью. Сейчас я найду какой-нибудь дрифт, посмотрим с вами. Без, Мазерати, Херарати. Где дрифты-то все, ну? Как так-то? Где все дрифты-то? Я только здесь проходил, короче. А дрифта я что-то не вижу прям. Давайте назад выйдем. Здесь, по-моему, вот где-то в этом соревновании дрифтов до хера. Вот, Лукан дрифт, давай его посмотрим. Вот, кстати, возможно, сейчас случится история, и я прям при вас попробую побить этот рекорд свой. У меня тут сколько рекорд там? 7700, да, 7200. Я набрал больше, чем 7200 очков за дрифт. Но до 9400 я не добирался. Я, кстати, по-моему, ни в одной дрифтовой трассе не доходил до самого первого места, потому что, ну, не знаю, у меня не получается набрать эти очки. Вроде как я и делаю все правильно, и меня частенько особо-то и не заносит больно много. Но у меня не получается. Ладно, поехали. Здесь постоянно перед каждым заездом показывают трассу, показывают местность. Это на самом деле очень охеренно. Зарабатывайте очки, входя в дрифт. Ну, поехали, попробуем. Опа, вроде как на дрифт поехали, да? Ну, не... Вот он, пожалуйста, штраф за сокращение дистанции. Такие здесь тоже бывают очень часто. Ну, я не знаю, там как бы обычно они логичные. То есть ты просто реально тупо срезаешь поворот прям в наглую. Тебя за это штрафуют, и после этого не можешь разгоняться. Но бывают моменты, когда просто, ну, ты чутка задеваешь прям колесом, там, я не знаю. Просто прям чуть-чуть задеваешь колесом, и тебе за это дают штраф. Вроде как ты ничего особо страшного не сделал, но штраф заработал как ни крути. Вот это, я считаю, не очень равноправно. Но сейчас, кстати, неплохо мы с вами дрифт прошли. Так вот, кроме дрифта здесь еще есть зона скорости. Чем быстрее ты в этой зоне разгонишься, тем больше очков тебе, соответственно, дадут. Правда, это очень чревато, потому что после этого всегда идет зона дрифта. На полной скорости в дрифт входить не очень хорошо, потому что тебя вынесет за трассу, и в итоге все свои очки дрифта ты просрешь. Точнее, просрать ты не просрешь, но особо много их не наберешь. Ну-ка, давай дрифтани последний раз. Вот херово сейчас вошел в поворот, и в итоге никакого дрифта мне не засчитали. Ну, чутка еще понаберем. Ну нет, вот примерно на этом я уровень всегда останавливаюсь. 7900. Не хватило нам буквально сколько? 1500 где-то. Но 1500 вроде как кажется и не очень много, но это хорошо пройденный один поворот. В принципе, мы здесь один хорошо пройденный поворот просрали и не прошли его. А если прошли, то мы с вами нормально бы смогли пройти. Меня больше всех прикалывают в этой игре вот эти тачки. Я не знаю почему, а все именно потому, что она очень похожа на Lamborghini Gallardo, по-моему, из игры Need for Speed Most Wanted. Там была такая тачка, приземленная она тоже с очень низкой подвеской. Она очень хороша в управлении, ее совершенно не заносит, она выходит во все повороты, у нее не уносит задние колеса, никуда не летит, она просто замечательная. Вот, кстати, одна из тех соревнований, где надо обогнать одного игрока. Здесь, в принципе, по заданиям можно занимать, ну, хотя бы последнее место, но главное, чтобы София Лопес осталась позади тебя. Это тоже, кстати, очень прикольно. Здесь для чего нужны эти очки? Они нужны для того, чтобы открывать дальнейшие трассы. Потому что вы успели заметить меню, там над каждой трассой стоят определенные очки. То есть, чтобы открыть эту трассу, надо набрать определенное количество очков, которые как раз-таки вот такими заданиями и набираются. Эта машина, вот именно эта, она абсолютно не входит в дрифт вообще никак. Вот я вроде и торможу на полной скорости, но она вообще не дрифтит. Она держится ровно на этой херне. Вот он. Это на мягкой земличке. На мягкой земличке даже велосипед, чтобы дрифтить, если честно. А вот на нормальном асфальте ее не носит вообще никак. Вот София осталась в жопе, значит, Софию мы выиграем. Это обычная трасса на прохождение прямой дистанции. То есть в том же Need for Speed, с которым я буду часто сравнивать эту игру, и уже часто сравниваю, потому что Need for Speed, мне кажется, больше всех знаком абсолютно всем любителям обычных аркадных гонок. Потому что эта игра по большей части аркадная гонка, она не симулятор. Хотя можно ее превратить побой немножечко и в симулятор, когда ты начнешь себе дурить и пытаться переключать скорости вручную. Это очень глупая затея. Вроде как здесь и можно это настроить, но я никогда в жизни этим не страдал. У меня руля нет, ничего нет. Это же как бы обычно на руле все приколюхи-то эти творятся. У меня этого нет, поэтому париться с переключением скоростей это совершенно не то. Можно ее, конечно, в дрифт занести, но своими силами. Есть определенный, конечно, ручной тормоз есть.
И с ручным тормозом что угодно в дрифт пойдет, даже вот эта машинка. Так вот, а в Need for Speed тоже такие трассы на прохождение прямые были. Но здесь реально, здесь приятно кататься. Здесь трасс не очень много. Вот вроде как оказалось бы, то есть соревнований до хера, но трассы по большей части, где-то после, наверное, пару дней игры, ты их практически уже знаешь наизусть. Если ты постоянно играешь, просто если двое суток в нее просидеть проиграть, то все трассы будут наизусть. А если играть как я, не очень часто, сейчас, я половину трассы уже забываю. Эта трасса, кстати, она сейчас кончится, потому что там будут два еще крутых поворота, и все. Мы сейчас попробуем догнать вон ту херобору, потому что она не такая дерзкая в поворотах, как я. Она сейчас где-нибудь сольется, а я ее обгоню, соответственно. Потому что такое уже бывало, правда, на других машинах, по-моему, на каких-то купешках, на очень медленных, что-то в районе там Volkswagen что-то у меня было. Нет, смотри, падла не сдается. Тоже, короче, дерзит на поворотах и никуда ее не уносит. Вот здесь вот очень просто плохой поворот, с ним очень много всего связано. На этом повороте можно спокойно въехать, короче, в бордюр, получить за это штраф со столкновения и в итоге пропустить всю пачку позади идущих человека вперед. И ты в итоге просираешь, и все очень плохо. Кроме того, кроме обычных трасс, здесь, естественно, есть всякие чемпионаты, на которых по 2 или 3 трассы тоже дают определенные задания. То есть задание на каждую трассу, задание на общий чемпионат. И там ты тоже, собственно, можешь что-то себе вытворить. Я вам покажу сейчас, чем я страдаю. Нет, я не этим страдаю. Чем я страдаю? Подожди секундочку, я сейчас найду. Очень плохие, очень злые, короче. Вот, до сих пор, смотри, сколько вроде играю, а вот эту трассу я до сих пор 0 из 3. У меня даже не хватает открыть очков, чтобы вот эту вот, открыть вот эту трассу. Не хватает одного очка. То есть для меня 22, а у меня он 20, ну, правда, подавно не видно. У меня 21 из 45. Я, впредь, в принципе, не могу. Давайте попробуем вот открыть дрифт. Я не знаю, ну сейчас дрифтом попробуем набрать. И попробуем этот чемпионат с вами, попробуем пройти. Прям впрямую, так сказать, вживую, потому что я его даже не видел, что там за чемпионат, а он закрытый. Сейчас дрифтанем разочек и поедем на чемпионат. Давайте. В принципе, на бэхе, на этой, она дрифтует неплохо. И она тоже не особо сильно заносится. Поэтому на ней, наверное, можно как бы набрать. У меня сколько? У меня рекорд 6800. Мне не хватило, прикинь, 200, короче, очков для того, чтобы получить еще одно очко. Вот, в принципе, идеально, по-моему, я зашел в эту зону дрифта на 2000 очков разом. Осталось, короче, не просрать ее и еще маленечко себе очков-то подзаработать. Вот это тоже неплохо пошло. Ладненько. Сколько уже? Уже 4200. Нет, не хватит нам ни хера. Если этот идеально не пройду к ворот, нам ничего не хватит. 4200 плюс полторы сколько? Сука, 6700. Ну что ты вот будешь делать? Вот я не знаю, ну как это сделать надо, чтобы получить 8800. Здесь надо очков 8800 для того, чтобы открыть. Давайте еще раз, я не знаю. Просто дрифт это самое быстрое, где можно себе очков подзаработать. Потому что на чемпионатах и прочей херне это все очень долго делается. Сейчас, ну дрифтанем, сейчас просто реально сейчас покажем дрифт от бога. Просто как-нибудь. Поехали, давай, Бэха, не подведи меня. Ты должна сделать все красиво. Ты должна сделать так, чтобы я спокойненько дрифтанул и набрал эти сраные 7000 очков. Здесь, если вы заметили, отключена музыка, потому что она играет на протяжении всего заезда, она играет в меню, она играет везде. А так как музыка здесь неплоха, то она, скорее всего, будет ютубом палиться, убираться, и в итоге мой голос засрется и превратится в очень плохой и качественный голос. Ну и ладно. Ну вот сейчас-то все должно быть хорошо. Уже смотрю, уже сколько? Уже 4600. А нет, опять не хватит. Ну давай, нормально, сделай все. Ай, опять не хватило. Не хватило, даже 4600 плюс полторы. О, хорош. О, открыли, молодчики. Вы получили приз. И претендент на победу. Я претендент на победу, да, между прочим. Это, наверное, сделали намеком, короче, на следующий чемпионат, который мы с вами только что открыли. Причем чемпионат на моих любимых тачках. Замечательно. На моих любимых тачках, которые совершенно не заносятся. Здесь есть три вида тачек. Это вот эта, которая совершенно не носится. Здесь у каждой машины есть свои характеристики. А вот эта вот херобора, она хоть и не особо много отличается дрифтом-то, ну, буквально в два раза, ее носит просто невозможно. Хотя она, конечно... А в принципе, чем она выигрывает? Она выигрывает только дрифтом, и то это нужно только в дритовых трассах, потому что на обычных это очень сильно мешает. Вот это тоже, в принципе, нормально гонять, но я не хочу, я буду вот на это играть. Она, в принципе, замечательная. Что тут у нас по раскраске-то есть? Возьму беленькую. Надоел, ты зеленый, я постоянно зеленый еду. Вот, собственно, чемпионат. У нас получается три трассы. В одной надо занять одно из трех первых мест, показать такое-то время не больше. Вот, 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 вот оно. Вот что меня еще очень сильно бесит в этой игре, то это ночные трассы. Кому-то, естественно, кому-то ночные трассы придутся по вкусу, кто-то будет просто от них рад, очень сильно рад, но
Я терпеть не могу ночные трассы, потому что я ни хера в них не вижу, абсолютно ничего не вижу. Мне очень темно. Еще дело в том, что я не играю в плойку на компе, она у меня к телеку подключена. Так вот, а еще зрение это у меня не особо. Вот, штраф за столкновение с соперником. Врезался в соперника, тебе дали штраф, короче, и едь, короче, 3 секунды без скорости, пока все от тебя уезжают и смотришь тупо на задние фары. Плюс ко всему, так, вот такой штраф прямо с убавлением скорости не дают, но все равно снимают очки за то, что в тебя врезается соперник сзади. Какого хера с меня надо снимать очки, если этот мудень слепой сам меня врезался? Я тут при чем? Но это реально, прикинь, берут и снимают очки просто ни за что. Тут, конечно, эти очки не особо важны, но все-таки нужны, потому что когда ты набираешь большое количество очков на определенных машинах, которые вот сверху нарисованы, вот сейчас 3739, за определенный уровень этих очков дают новые уровни самого игрока. И чем больше у тебя уровень, тем ты круче, само собой. И за уровень клубный, я так понял, когда ты на определенной марке машин ездишь, тебе еще даются очки опыта за клуб. И, соответственно, чем больше у тебя очков опыта за клуб, тем большее количество машин от этой марки ты сможешь себе взять. Тут не надо машин не покупать, ничего, они просто открываются по мере развития игрока, по мере прокачки и по мере получения опыта. Мы с вами просрали, короче, пока что оба задания. Мы с вами идем на 7-м месте вместо первых трех. Также мы с вами не успели, короче, завершить круг за положенное время, но не особо долго мы опоздали, поэтому сейчас, я думаю, если ее не будет особо сильно вперед в бордюры заносить, мы хотя бы одно задание-то сделаем. Но! Там еще есть задание чемпионата. Там, по-моему, было написано занять общее в чемпионате одно из трех первых мест. Если мы сейчас приедем седьмыми, то у нас практически никаких шансов на первые три места в основном чемпионате у нас не будет. Будем где-нибудь там, ну, я не знаю, на четвертом, на пятом месте, и все. Давайте как-то соберемся. У нас впереди, в принципе, все соперники рядом. Все шесть человек. Сейчас мы их уделаем по брику. Здесь обгонять реально можно, получается, только на поворотах. Потому что они на поворотах особо не дерзят. А ты можешь на повороте просто влететь починой в соперника. Соответственно, сделать себе более привлекательную траекторию. А они в это время так и будут поворачивать по своему написанному сценарию. Но для того, чтобы врезаться в них боком, надо хотя бы идти недалеко от них. Они начинают тормозить, соответственно, ты скорость не сбрасываешь, ты влетаешь бочиной в него, и у тебя вместо удара в борт получается удар в мягенькую машинку, и ты, не теряя скорости, практически продолжаешь вперед. Я так любил во втором андеграунде в Need for Speed проходить повороты. У меня он при обмене данными произошла. О! Успели, смотри, круг затащили, нормально. А, что-то интернет, походу, пропал на плойке. Я любил в Need for Speed во втором андеграунде проходить повороты так на гоночных трассах. Потому что там повороты были не жесткие, а повороты были сделаны этими мигающими стрелочками. Соответственно, можно было перед поворотом в эти мигающие стрелочки прямо рядышком заехать. И просто прям так плавненько, касаясь этих стрелочек, проехать. Там ни скорость практически не сбрасывалась, ни штраф никаких не давали, ничего там не было. Там все было хорошо. Мы, собственно, тем временем уже на третье место перелезли. Мы молодцы, тем временем, молодцы мы. Спокойно, там никто меня не обгоняет сейчас. Да и трассы вообще, здесь охерительные трассы. Листики всякие летают, взаимодействие с окружением здесь тоже. Ты куда вылез-то, алло? Пипетка, смотри-ка. Так, а это, кстати, третий круг, подожди-ка, его надо заканчивать хотя бы на третьем месте. Иначе нам очков совсем мало дадут. Спокойно. Уди-ка. Ну-ка, свалил нахер от меня. Так, сейчас вот этого еще одну точно обгоним. Бля, нет, не обгонимся. Нет, обгоним, обгоним. Давай-давай, воздушный мешок вставай. Здесь, кстати, неплохо работает воздушный мешок, потому что когда ты едешь за машиной, у тебя сопротивление воздуха меньше, скорость ты набираешь быстрее, и, естественно, ее обгоняешь резко. Вот, хорошо. Мы с вами заняли, по крайней мере, второе место, а это еще означает, что мы даже можем выиграть чемпионат, если так и дальше пойдет. Если мы хотя бы займем два первых места, то мы точно выиграем чемпионат. Но! Хотя не факт, если у нас будет времени побольше, мы его не можем не выиграть. Если мы займем первое, например, и второе, а тот, кто приехал первый, займет его первых, короче говоря, мы можем выиграть, а можем не выиграть. Поехали дальше. Что у нас тут? У нас опять одно из трех первых мест и поединок типа поворота 2200. Это скорее поединок будет от самого драйв-клуба, то есть стандартная херня, которая прописана в программе игры. Ее надо как-то пройти. Здесь на этих трассах ну совершенно невозможно с первого раза и нормально проехать эти повороты. Потому что ты постоянно стараешься кого-то обогнать, как-то улучшить свою позицию. Вон то, что пакет пролетел. А в итоге тебе на эти ворота срать далеко и надолго. Спокойно отойдите. Вот эти пипетки очень медленно разгоняются, они мешают на трассе. Так, а мы тем временем уже шестой. Куда ты лезешь-то? Ну,
Вот это прям вообще в моем стиле. Я люблю их вот так вот подставлять, потому что нехера меня обгонять. Я спокойно еду занимать и выиграть чемпионат. А они, короче, начинают меня обгонять и тем самым начинают меня злить. Если они меня обгонят, я же не выиграю чемпионат, спокойно. Вот ненавижу эти резкие повороты, я не могу в них правильно входить. Там надо как-то тормозить в какой-то момент времени, чтобы при выходе из поворота скорость охерительно набралась. Тут реально, либо, короче, в них бочиной выезжать, потому что если ты въедешь в них прямым лобовым столкновением, тебе дадут штраф, в итоге они с поворота все разгонятся, а ты как улитка какая-то поползешь за ними. Ладненько, этих мы сейчас затащим по-любому, потому что они все в кучке, это вот ворота, спокойно. Тихо. Ну, просрали, короче, ладно. Немножечко ее зашатало, и тем самым ворота мы эти просрали. Сколько надо? 2200, нихера себе. А мы набрали только 1000. Если бы мы там не вылетели с трассы, мы бы набрали спокойно все эти 2200, и у нас бы была выполнена одна цель этой миссии. Так, одного обошли нормально. Вот что ты тормозишь, Мудень, а? Что ты тормозишь, скажи? Ты меня-то что тормозишь? Ладно, ты тормозишь, себя тормози. Меня не тормози, падла. Спокойно. Вот сейчас дадут стресс. Но... ну, как бы я хер его знает. Вроде это какая и нечестно, но штраф за стресс трассы дали. И в итоге, вот, пожалуйста, они все от нас оторвались, а мы как капуши сзади едем. Но ничего, у нас еще 2 круга на то, чтобы свои задачи выполнить. Сейчас надо на этом круге хотя бы повороты выполнить, а на следующем круге мы всех обгоним. Потому что мы четкие парни, отойди. Ай-яй-яй-яй-яй! Не успел обогнать. Не успел обогнать, а меня выросил лакер за трассу. Ее, конечно, сносит эту машинку, но она очень быстро восстанавливает свое положение. Потому что вот сейчас вроде как занесло ее, обычную машину могло бы носить еще полчаса по этой трассе. А она спокойно, отпускаем газ, и она выравнивается, и все становится очень замечательно. Так, 6, мы 6, уйди отсюда. Уйди, сказал. Не лезь ко мне. Сейчас мы с вами выполним повороты. Прям, ну надо по-любому выполнить повороты, потому что за них надо очки зарабатывать. Вы-то как бы вам бы ладно, вы сейчас посмотрели видео и забыли, а мне еще в нее играть. Я же не хочу потом это 100 раз перепроходить. Хотя здесь очень часто приходится по 100 раз все это перепроходить спокойно. Повороты. Ну вот опять не зацепил ни хера. Спасибо! Вот причем, смотрите, мне опять дали штраф. Он в меня врезался, а штраф дали мне. Прям вообще замечательно. Давай. Ну, тащи повороты. А, сука, 4 очка не хватило, ты издеваешься, нет? Вот козлы. Я из-за того, что хотел пройти повороты, отпустил всех этих вперед. Теперь их придется догонять. Черти. Ладно, сейчас догоню. Вот здесь, короче, срезать здесь не положено. Они не очень далеко и быстро уезжают. И ездят они обычно кучкой. Здесь нет такого, что какой-то один игрок отрывается от всех остальных и едет где-то там в голове, его хер когда догонишь. Здесь такого нет. Я думаю, нам сейчас надо подзабить, короче, хер на эти повороты, потому что... за проход чемпионата, за выполнение его целей, надо дадут больше очков, чем за эти сраные повороты. За поворот надо дадут одно, но в итоге мы займем какое-нибудь 7-е место и не выиграем чемпионат. И просрём с вами как минимум 2 очка. Так что здесь... куда ты, пёс? Эта тачка едет просто быстрее, которая меня обогнала, но её очень сильно заносит. У меня сейчас как раз где-то там висит такой чемпионат, который я не могу пройти на этой тачке, потому что она там только одна на выбор. В итоге она меня, падла, обгоняет. Она с места рвёт, я не знаю, как просто прям махом. Быстрее, чем всякая Формула-1. До сотки вообще просто. Не успел, короче, на газ нажать. Она уже сотку жмет. Серьезно, такая быстрая очень машина. Очень сложна на управлении. Так, ну что у нас, ребята, догоним, нет? Надо по-любому их догнать. Так, идите нахер со своими поворотами, короче говоря. Хотя, мне кажется, я их сейчас пройду. Ну, я, смотри, идеально прям в поворот вошел. Ай, ладно, хоть повороты насрать. Давай, догоняй. Сейчас будет, в принципе, еще 2 поворота, на которых можем уделать хотя бы человека 2-3. Нет, сука, ну все, понесло, короче, просрали. Ну ладно, будем надеяться, что те, кто в прошлый раз занял первые места, в этот раз первые места эти... куда-то, ну вот еще один, ну ты летит, твою мать, ну вот смотри. Вот это, короче, болезнь последнего поворота. Куда ты лезешь? Нет, ну ты-то... да, сука... ай, бляха, не успел. Какое место заняли? 7-е получается. Руль какой. Мне бы такой. А, смотри, я уже на 4-м месте, я отстаю. Отстаю на 14 очков. Чувак, который Тодд Брокс, он и в прошлый раз, и в этот раз занял оба первых места. Теперь первый раз нам не светит, но хотя бы одно из 3 первых мест мы как бы постараемся занять, потому что первое все. И 38 очков мы уже, наверное, вряд ли получим. У нас сейчас сколько очков? 16. А за первое место дадут 15. Нет, мы еще можем. За первое место дадут 15 очков, за второе
Что-то, по-моему... Короче, я не понял. Я знаю только, что за первый дают 15. Это значит, что если мы сейчас займем... О, эта трасса, короче, хорошее прохождение. Если сейчас мы займем первое место, мы с вами как минимум две заданки-то от самого чемпионата выполним, и все будет хорошо. Как стоячих, как детей. Так, мешочек. Спокойно. Уж что ты встал-то, дурень? Иди нахер. Сейчас мы быстренько всех обгоним, короче, не лоханемся. И все будет нормально. Главное никуда не врезаться. Иначе нам не выполнить задание еще одно, которое надо пройти на время эту по трассу. Не срезай! А вот сейчас могли спокойно, кстати, дать штраф за срез трассы, хотя меня просто с нее немного выбросило. Я не хотел ни в коем случае срезать. Я просто не смог на нее назад вернуться. Но штраф за это могут дать просто прям на раз. И в итоге ты не то что потерял скорость на этом пороге, так еще и пропустил целую кучу вперед. Так, 4 человека впереди, 24% трассы, есть все шансы. Давай, разгоняйся, мать! Нет, они, смотри, они недалеко уехали, мы их сейчас сделаем, как детей. Спокойно. Тихо. Нет! Я боюсь таких срезов, серьезно. Это они постоянно дают штраф. Вот сейчас могли дать штраф прям по-любому. Но видать, я так четко их прохожу, что мне, короче, не штрафуют. Отойди с дороги. Ой, куда ехать? Спасибо. Вот, кстати, сейчас было замечательно, например, того, как соперник может тебе помочь. Потому что меня уже понесло в сторону левую, а он меня остановил и выровнял просто на трассу, и все стало хорошо. Нам, кстати, первое место надо, я напоминаю. А если мы первое место сейчас не займем, мы хер чё выиграем. И мне придется потом уже самому сидеть и за трассой все это переигрывать. Спокойнюха. По тормозам вдарили нормально, повороты проходим. Они все равно поворотах не отрываются никогда. Кто-то меня обгоняет. Прям слышу, прям по наушникам, кто-то, сука, слева прет. И стрелочка он показывает, что слева какая-то падла меня хочет обогнать. Нет, чуваки, даже не надейтесь. Вам никаких обгонов сегодня. Сегодня обгоняю только я. Причем тех, кто едет впереди меня. Давай, разгоняйся. Успеем даже бороду почесать. Опа, новый результат. Сколько там, 180 километров было? Это что-то прям детская скорость для такой машинки-то. Ты смотри, как они сильно отъехали от меня. Че вытворяют собаки? Вот, где я сократил дистанцию? Скажите мне, пожалуйста. Где я ее сократил? Хотя вот этот поворот был, в принципе, сейчас повезло нам, серьезно. Нам дали штраф, у нас машина автоматом тормознула, причем, когда она тормозит, ее не заносит. Когда тормозишь вручную, тебя может занести. В итоге нам сейчас компьютер только помог своим штрафом. Он сбросил нам скорость, и мы спокойно проехали. Нет! Ну, бляха-муха! Сука, просрали весь чемпионат, короче говоря. Зато какой-то поединок вытащили. Блин, просто результат установили. Ну смотри, все, 10% осталось, но максимум вот этого обгоним. Давай мне мешочек свой воздушный, и я поехал. Нет, смотри, даже его не обгоним, прикинь. Ну можешь, затащи на финиш, затащи! Ааа, паскуда! Не затащил. Просрали мы, короче, весь чемпионат, просрали мы все задания, даже не помощь, поэтому по времени-то успели, здесь нет. Вряд ли мы, наверное, успели. 4-е место, в принципе. Почти. Ой, мы зато мы одно очко-то победили. Одно очко себе забрали. Вот такая, собственно, гоночная игрушка. Мне она... Мне-то очки новые дали. А какой взять? Феррари или Койнизская... Я Феррари знаю, да возьму Феррари. Прикольная игрушка. Здесь очень красивые трассы. Очень сильно заносит машины. Трассы... Не сказать, чтобы уж прям сильно разнообразны, их здесь не так много, как может показаться на первый взгляд, потому что все они потом узнаются. Машин много, машин до хера. Машин, вот реально, по машинам здесь просто прям на любой вкус, на любой выбор, как хотите. У меня вон 30 уровень, я вообще, короче, опа, великий гонщик. Давайте на этом закончим. Кому-то понравилось, если у кого-то есть плойка, скачайте себе демку, она бесплатно идет, прям поиграйте, порубайте. Там, кстати, для демо-версии там очень до хера трасс, там просто полно их, серьезно. Прям привыкните, поиграйте, вам захочется купить. Ссылка на плейлист остальные давай глянем в описании под видео, подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки, всем до встречи, всех игрушечках, и всем пока. Раньше здесь был мат.